Сегодня не стало народного артиста России Сергея Захарова. Ему было всего 68. По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности. Светлый человек и бархатный голос эстрады, так называли Захарова друзья и поклонники. Он был известен как исполнитель романсов, арий, из оперет и лирических песен. Самыми любимыми были «Остаются яблони в цвету», «Три белых коня» и «За все тебе благодарю». Ну и, конечно, в нашей памяти навсегда останется яркая роль лейтенанта Фернана в музыкальной комедии «Небесные ласточки». С детства проявлять прекрасный вкус, время проводить в объятиях муз, бесконечно увлекаться, на удачу полагаться, что значит жить. Время и место прощания с Сергеем Захаровым станет известно чуть позже.